Как думаете, воскрес? Канал Минобороны «Звезда» опубликовал интервью с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым. Уверенно, успешно выполняя задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Ранее в ВСУ заявили, что он погиб в результате удара по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Воскресший рассказывает об успехах флота, о соревнованиях и награждениях моряков. Правда, от 18 сентября до удара по штабу. И ни слова о случившемся. Помимо этого, появилась информация, что Россия планирует обвинить командующего Черноморским флотом Соколова в сговоре с ВСУ, чтобы оправдать его возможную ликвидацию в результате удара по штабу в Севастополе. Так что, воскрес или очередное вранье Кремля? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить.